Всем привет! Сегодня я со своей рукожопой подругой. Будем готовить домашние роллы. И пока что мы поставили только рис. Ну что ж, наш рис сварился, и у нас есть заправочка. Мы взяли рисовый уксус Мицукан в магазине и сахар. Слегка подогрели, чтобы до однородной массы растворилась. И сейчас заправим наш рисочек. Давай. Так, половину выливай туда. Ну, половину. Половину вот ну, всей этой жидкости. Блять, ну мне сложно. Можно без мата, это же YouTube. Хотя нет, это же YouTube, можно с матом. Отлично. Ну, получилось, да? Половина, я не знаю. Да, все. Теперь вымешивай рисочек. Нарежем огурчик. Ну так дома не обязательно делать. Просто нужна твердая часть. Потому что, ну, без мякоти. Потому что, когда мы скрутим ролл, мякоть даст сок, и ролл может развалиться. Поэтому нужна, как бы, вот твердая часть шкурка, и вот все без семечек, в общем. Так дома можно не резать. Дома можно как удобно. Это как? Кружочками? Ну, вот как моя подружка можно дома. Наконец-то мы все подготовили, что нам нужно для домашних суши-роллов, вот, ролла-сушев вот таких. Но единственное, что в магазине не продавался бамбуковый матик. Мы будем импровизировать и попытаемся закрутить роллы файликом, блин, сейчас поверить. Файликом. Ну ладно, попробуем. Ну что ж, нори. Нори это водоросли, если что. Вот, нори, руки. Вода. Есть чай, принцесса Нури. Или Нури? Нури, да. Нури? Плохо. А я говорил, что это моя подружка за рукой, да? Это сестра. Сестра брата двоюродного дяди моего племянника. Блядь, все. Не знаю, у нас рис, правда, не тот, который необходим. Это долгозернистый рис. И, возможно, с него не совсем такие роллы получатся, как надо. Лучше берите круглый. Вот. Да и что-то мы, по-моему, с заправкой прогадали. Ну ладно, попробуем. Блин, домашние все-таки, чего бы и нет. Вот. Давай еще чуть-чуть риса возьмем. Можешь выбрать начинку. Ну, а разве не все будет туда входить? Ой, ну, ладно, все, хорошо, я понял. Я хочу, чтобы было вкусно. Да. Ну, короче, ложкой, вот сыр набирать ложкой, это вот геморрой, если что. А чем надо набирать? Пальцем? Собакой, блядь, не надо, лопатой. Кстати, собачулик. Да, цулик, здесь-то. Давай здесь будет сыр, огурцы, ну и, допустим, крабовая палочка. И все? Да. Ну ладно. Первый раз закручиваю роллы файликом. Ой, блин, я думаю, это какое-то горе будет сейчас. Но... Мне кажется, надо сделать еще заправки, потому что рис себя как-то ведет мне не так, как я хочу. Ну и матик, то есть файлик не дает. То есть фиксация, которая необходима. Но что-то получается. Что-то прямо что-то похожее на ролл.